Если успеешь поставить лайк за 3 секунды, то все, о чем ты мечтаешь, сбудется! Ребята, всем здорова, с вами по-прежнему Овер и Фуня, и сегодня мы вместе с нашими подписчиками устроим нереальную битву в прикрытии! Всем привет, ребята! Ну что ж, сегодня в ролике у нас будет вот такая гигантская анаконда. Вы только посмотрите на размеры ее пасти, на ее зубы. Это выглядит очень-очень страшно. Сегодня у нас получается 5 машинок. Разлетаются по городу, ныкаются, уезжают от анаконды. И анаконда должна всех схавать, всех съесть, поймать, если у нее это получится. Мы надеемся с ребятами, что такой видосик вам понравится. Заранее спасибо за лайкусик. Ну что, пацаны, давайте займем свои боевые кареты, все прыгаем по тачкам, разлетаемся, вот прям сейчас уже телепортируйтесь в любые места, куда хотите, я считаю до 3, и мы начинаем, 1, 2, 3, все, анаконда может гонять, анаконда может ездить, и хочу сразу сказать в начале ролика, если вы хотите попасть в видосик, помогать мне в роликах и так далее, пишите мне в личку ВКонтакте, Овер, хочу на съемки, мы с вами пообщаемся, и, возможно, вы попадете в следующий видосик. Ну чё, Андрюх, может, мы уже встретимся с тобой? Я тут гоняю, нифига ты сказал карета, короче, нифига не карета. Где, какая карета? А, у тебя чё, тачка слабенькая, братан? Наоборот. А, слишком быстрая? Да. Ну, давай где-нибудь встретимся, чтобы держаться вместе, пацаны. Всё, я тебя видел. Кто меня слышит, кто меня видит, если хотите... Смотри, как гонит. Тихо. Фу, нифига ты пролетел, братан. Просто жесть. А ты сказал кареты, блин. А где анаконда? Где анаконда, братан? Где-то она запропастилась. Ну, давай ее потроллим. Ну что, анаконда давай, давай. Слабенькая, наверное. Давай потроллим. Давай, давай, посмотрим, как она вообще гоняет. Это действительно, ребята, интересно. О, вон она застряла. А что контейнеры стоят? Или не знаю. Стоит, стоит, да, это специально от анаконды. Ничего себе. Смотри, братан, вот она. Бобби, Бобби, Бобби. Вон он, вон, посмотрите, пацаны. Братан, я иду к тебе. Сейчас вон она, она почти вся разрушилась. А может, анаконде включим год-мод, чтобы она... Как-то я жила. Вижу кусок у нас здания. Бобби развалился. Анаконда, ладно, пусть помянем анаконда Бобби. Спавнится и будет с гудмодом. Давайте вот так. Блин, а как она так едет? Я вообще не понимаю. А то просто какая-то голова уже. Все, пускай анаконда будет у нас всегда целая и всегда жесткая. Блин, Бобби тут прям на сиденье валяется, помянем Бобби. Бобби умер, Сковерди умер, пацаны, вы че вообще а все поумирали? Где умер-то, я не понял. А, Сковерди, если не от анаконды, то может заспавниться. Боже, посмотри. Ну, да, я его там не видел. Она пасть еще открывает, короче, может вообще открывать. Прям из угла такую. Пошла, пошла анаконда. Просто жесть. Бро, давай рядом. Или лучше не надо. Давай, чтобы нас еще нас вместе съели. Не, или лучше наоборот. Ты давай налево, я направо. Наоборот, ты направо, я налево. А, куда? Похоже на змейку, кстати, на самом деле. Да. Офигеть. Там Сковерди заживо сгорел. О, за мной! Почему она за мной? Пацаны, я что, самый вкусный? Нет, я самый... У тебя красный фу, цвет. Я самый костлявый, я самый вонючий. Не трогай меня. Сказал. Не трогай меня. О, ух, слава богу, я проехал. А здесь он не пройдет, он не пройдет. Да, да, да. Вот тут можно жестко ныкаться, братан. Тут можно везде, на самом деле, ныкаться. Там Бобби, он переворачивается. Что-то там было вообще. Так, а где? Ой. Брат, ну мы можем спавниться, это не конечно, анаконда конечно. Нас, мы можем сами. Нормально сейчас пойдем. Да, сражение, но убегать. Кого вот укусит анаконда, пацаны, тот уже все, как бы официально все, пойман, да, и не может уже спавниться, чтобы все было по правилам, чтобы все было честно. Давайте все-таки будем играть по правилам, а пацаны. А где Дарк, как бы, да? А я не... Не, видел вначале сам только, и все. Тихо! Я сныкался. Я проехал. Блин, действительно, нормально. Очень сложно анаконде, наверное, по городу гонять. Она же вот так, как змея, туда-сюда, извилистая. Просто капец. Можно просто сейчас возле ее. Возле хвоста. Давай, 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 братан. Поиграемся. Ой, слушай, поиграемся. Слушай, смотри, чтобы не задело. Она... Ой, стой, стой, стой. Она хавает здание. Она прям в здании. Ло, Андрюх. Ничего себе. Ты как сдох? Андрюх. Я не знаю. Ты чё, дурак? Андрей! Стало плохо сердечко. Ну ладно, прыгай ко мне тогда в тачку, братан. Раз ты умер, тогда прыгай ко мне, пока она там вон пытается развернуться, анаконда. Давай, 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 прыгай. Бегу, 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 подожди, пока она разворачивается. Давай, быстрее! В фильмах, страшилках, а где тут... Нет места пассажирского, как братан? Нет места? Иди у кого-нибудь найди тогда. Иди у кого-нибудь найди место. Найди пассажирское место. Да, у тебя челлендж, бро. Вон она тебя уже переел. Ну ладно, Андрюха, ребят, тогда у нас выбыл. Ты можешь, Андрюх, просто это, покомментировать, там полетать. Посмотрю, посмотрю, давай. А я смотри, как.
Видал? Мне кажется, ты сейчас сделал очень опасный трюк, она могла тебе головой убить. Нафиг. А ни у кого нет пушек на тачках? Может, это? Анаконду как-нибудь убьем, пацаны? Есть у кого пушки в тачках? Может, кто-нибудь себе добавил? Машины пополам. И мы ее просто, короче, давайте расфигачим. Блин, у Сковерди нет пушки, ладно. Может быть, стоп! Так базукой стреляй. Ребята, давайте все соберемся вместе и просто застрелим эту анаконду. Выключай гудмод. Пусть она выключает гудмод. Подлетайте все ко мне, чуваки, и просто так, уничтожим анаконду. За ней гнаться, короче. Да, давайте, давайте. Все, пацаны, жду вас. Жду вас. Жду вас. Жду мы тут вас. Ну где анаконда? Ну вы могли бы заметить, где она там находится. Во-во, кто-то при... Стоп! Все поздыхали, серьезно. Анаконда. Не, я живой. Все, анаконду, короче, мы победили. Я не знаю, Дарк, ты не успел приехать. Мы ее тут все уже расфигачили, да. В общем, без шансов. Ну вот такой вот, ребят, первый раунд. Ну, действительно сложно, короче, за анаконду управлять. Вон, Дарк тоже с пушками добивает там под эту анаконду. Под занавес. Да, да, красавчик. Все, победили, короче, тачки. Давайте теперь я, наверное, погоняюсь за анаконду. Посмотрим, что из этого получится. Погнали, ребят, сыграем второй раунд. Ну что, ребят, все, теперь я, анаконда, вот такие вот у нас тачки, пацаны, в принципе, можете уже разлетаться, куда хотите, я вам даю там фору небольшую, прям телепортуйтесь, чтобы я вас поискал и я вас покушал, у нас тут розовый, все, улетел. Боже, как же эта анаконда выглядит, Андрюх, ты бы знал просто. Я знаю, как она выглядит. Не, ну когда за нее играешь, это просто жесть. Даже не пробовал. И это надо такой эпик. Да, потом как-нибудь попробовать. Меня там обманывают, а пацаны. А мы тут это. Боже. Всем отрядом почти что вместе, кстати. Мяу, мяу. А ты можешь наверх забраться, кстати? А нормально? Я и так наверху. Где нет, на какой прям вообще наверх. Прям я не знаю, она слишком огромная, ее просто коребит в разные стороны. Я вообще не понимаю, что происходит. Ты похож на Годзиллу такую. Опа! Почти схавал тебя, браток. Почти получилось. Опа. А я починился, поехал дальше. А ты свидания. Знаешь, что я могу хвостом еще, помимо челюстями, я могу хвостом еще кушать? Я уже далеко уехал. Да? Ну давай, сейчас пока. Посмотрим, сейчас посмотрим, братан. Пацаны, присоединяйтесь к веселью, это анаконда, она ничего не может. Ну да. Что вы боитесь, там в городе заныкались? Пацаны правильно сделали, братан, что заныкались. Ну не, все нормально. Жоу, сейчас тебя быстренько я хвостиком... Ой, колесо, надо на этот пит-стоп заехать. Ой, колесо! Че это, ты починил колесо такими звуками? Нет, я тебе говорю просто кыш. Ты такой анаконди, она даже не слышит, я уверен твоих. А как это? На тебе поездом, смотри, поездом. Боже, вот так, налево. Я за Андрюхой, ребят, просто. А как анаконду прогнать, кстати? Как анаконду прогнать, вы знаете? Никак, просто убежать. Наверное. Легче убежать. Все. Дай шанс. Все, ладно, даю шанс. Спасибо. Ладно, Андрюх, короче, оставлю тебя в покое. У меня тут еще много кандидатов, так что давайте, ребят, сейчас я вот так анаконду опущу чуть-чуть. О, все, теперь я могу их хавать. Вот сейчас это я понимаю. Сейчас мы будем сами на тебя охотиться, кстати. Как сейчас это вы будете? Сейчас пацаны оружие найдут. Опа, здравствуйте! Это кого я там убил? Это кого я там почти убил? Боже, но спавниться зелененький уже не может. Я не знаю, кто это там. Опа! Ну-ка, давайте посмотрим. Рос! Ты где там вершишь? Просто! Ой, еще и дамаг пошел по мне! Серьезно! Нет, мою анаконду просто так не разрушить, пацаны. Я слишком жесткий. Я слишком. Слишком силен. Просто сейчас розового схаваю. Понимаете, еще попадал кто-нибудь по мне? Капец там колбасишься. Что? Но! Минус здание нормально. Что происходит вообще? Стоп, а эта улитка стреляет, кстати, не? Да, так ой-ой-ой, я тут подскакиваешь вообще. Офигеть, вот это мясо, ребят, просто капец. Вот это да. Ну, похоже, у нашего анаконды бронированная кожа. Как? Нет, по мне вон, я там уже горю. Уже я все. Там уже разгораюсь просто. Стоп, я еще могу ехать. Лол. Нет. Не понял. Я еще еду. Не понял, ребята, быстро огневая поддержка. Я еще еду. Вон, я сижу. Я не впаю. Все, я поехал, пацаны. До свидания. Как ты можешь ехать? Все, до свидули. Все, теперь вы меня ловите, пацаны, а я уезжаю. До свидания. Все. Я поехал. Давайте, удачи. Я не спавнюсь, всё. Блин, капец, ты как будто на какой-то, не знаю, пока. Вагонетке едешь. Пока. Все.
Ребята, анаконду просто расфигачили, но я еду от них. Боже, ну это вообще жесть какая-то. До свидания. Как туда залезть вообще? Можно, до свидания. Стой, нет. Не дам. Куда я залезу внутрь? Нет. А я сейчас что тебя внутри происходит? Уничтожу. Ау! Что происходит вообще? Но! Я такой маленький и все... Все. Понятно. Меня уничтожило. Без кстати, шансов. Это что у нас тут было? Это улитка, ребят, смерть меня уничтожила. Оказывается, друзья, вот. Сильнее анаконды может быть улитка и 4 машины, да, которые просто разрушили. Ну что ж, ребят, за такой эпик, за такое мясо, я думаю, 1 000 000 лайков как минимум надо поставить. Ну ладно, нет, ставьте каждый лайкусик, это будет очень круто и приятно. Огромное спасибо всем ребятам, кто помогал сегодня мне принимать участие в ролике. Это у нас Сковерди, Дарк, Бобби, потом у нас булочка там... Как там, колбаска и булочка, потом еще дед внутри, в общем, много тут всех пацанов. Огромное спасибо, не забывайте, ребят, подписываться на все наш канал, ссылочку на канал Андрей ищите в описании. Не забывайте подписываться на наши социальные сети, ВК, Инстаграм, тут улитка всех разносит, это мега круто. Ну, а на этом у нас все, всем удачи и пока-пока! Всем пока, ребята!